что понимается под вынужденной остановкой транспортного средства. Вынужденная остановка – это прекращение движения транспортного средства из-за его технической неисправности или опасности, создаваемой перевозимым грузом, состоянием водителя, пассажира или появлением препятствия на дороге. Что понимается под вынужденной остановкой транспортного средства? Вынужденная остановка – это прекращение движения транспортного средства из-за его технической неисправности или опасности, создаваемой перевозимым грузом, состоянием водителя, пассажира или появлением препятствия на дороге.